Год от года долговая нагрузка россиян растет. Поэтому некоторые видят решение всех своих финансовых проблем в оформлении банкротства. Это, по словам юристов, единственный законный способ избавиться от долгов. Но зачастую признание физического или юридического лица банкротом в суде становится причиной длительных разбирательств и внушительных денежных затрат. Да, в данном случае процедура, она длится довольно-таки затяжной период времени и достигает от года и более срок, получается, прохождения процедуры банкротства. В случае прохождения внесудебной процедуры банкротства данная процедура будет проходить полгода. Теперь обанкротиться можно и без участия арбитражного суда. С 1 сентября задолжавшие граждане смогут обратиться в МФЦ для признания себя банкротами во внесудебном порядке. Но сбросить с себя долговое обязательство легко и без потерь получится далеко не у всех. За услугой могут обратиться как физические лица, так и индивидуальные предприниматели. Для этого понадобится следующий пакет документов. Это документ, удостоверяющий личность заявителя, документ, подтверждающий место жительства либо пребывания. Обязательным документом является список кредиторов в установленной форме в соответствии с законом о банкротстве. Здесь два условия. Долг должен составлять от 50 тысяч рублей до 500 тысяч рублей. А также в отношении должника должно быть закрыто исполнительное производство. Это когда пристав не нашел ни денег, ни имущества, которое может быть изыскано. В первую очередь новый закон рассчитан на малоимущих и безработных людей, которые не в состоянии избавиться от своего безнадежного долга своими силами. Новый ускоренный порядок процедуры банкротства необходим. Во-первых, это намного удешевляет процедуру прохождения банкротства и облегчает данную процедуру. И, конечно же, не все люди могут позволить себе пройти процедуру банкротства на обычных условиях. Это платить госпошлину, зарплату арбитражного управляющего и публикацию в газете «Коммерсант». Зачастую должники видят в банкротстве панацею от всех своих проблем. Долги списываются, проценты больше не начисляются, а кредиторы перестают беспокоить. Но, как утверждают юристы, с новым статусом могут прийти и новые проблемы. Большая часть имущества будет распродана, а дорога в банке закрыта. Банкротство – это решение финансовых проблем в случае, если вы были, получается, уволены с места работы, либо потеряли свой заработок и реально не имеете возможности иной, как официально списать задолженность путем прохождения внесудебной процедуры банкротства. Это, скорее всего, решение проблемы, если других возможностей закрыть свои обязательства перед кредиторами у вас нет. Сегодня упрощенное банкротство должно помочь должникам и кредиторам цивилизованно решать возникшие конфликты. Но при этом не нужно забывать, что это не простое решение сложной проблемы, а крайняя мера. Егор Полторыхин, Эльдар Каюмов, телеканал ЮТВ.